Трехлетняя девочка попала под колеса автомобиля Hyundai Creta на улице Карбышева. Все произошло во дворе дома номер 61. Отец ребенка рассказал, что, выбрасывая мусор, оставил дочь без присмотра на одну секунду. Когда обернулся, девочка уже была под колесами. Мужчина, не дожидаясь кареты скорой помощи, отвез ее в больницу. Подробности у Нафисы Минязовой. Я на машине взял ее, в больницу сразу увез, потому что смотрел ногу там. Сейчас уже в больнице, сейчас на операцию. Отец девочки находился в состоянии эмоционального шока. Сразу после наезда мужчина, не дожидаясь медиков, решил самостоятельно довести дочку до больницы. Ребенок, как выяснили медики, получил закрытые переломы большеберцовой кости со смещением. Пока шла операция, папа пострадавший вернулся на место аварии и вызвал сотрудников госавтоинспекции. Чем вероятнее всего и вызвал недовольство водителя Hyundai. Я мусор тут открыл, выкидывал, вот он видит, мусор стоит. Вот так тут на дороге стоял, он, видимо, мной хотел проскочить. Дочку не увидел. Сейчас говорит, что вообще ничего не было. Он наговаривал мне. Он сперва, типа, я с тобой как мужик хотел договориться. Типа, так не поступают. Что-то на меня начал наезжать, когда я ДПС вызвал. Подтвердить или опровергнуть эти слова, а также рассказать свое видение произошедшего водитель Hyundai не пожелал. Конечно, не виноват. Бери свое это. Наезд произошел на территории двора, где пешеходы имеют преимущество перед автомобилями. И водителю с высокой вероятностью не удастся избежать ответственности. Степень вины определят на разборе в ГИБДД. Нафиса Минязова, Ират Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.